Добрый день, друзья. Спасибо, что зашли на наш канал. Переезд Краснодара в Краснодарский край. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Работаем для вас по Краснодару и по Краснодарскому краю. Сегодня мы в ближайшем окружении города Краснодара. Находимся в станице Новотитровской, Деньской район. Будем смотреть дом новой постройки. Дом подходит под господдержку. 110 квадратных метров по хорошей цене 7500 со всеми центральными коммуникациями на 4,5 сотках земли. Давайте приступать. Давайте начнем поэтапно, как обычно, с придомовой территории, с подъездных путей. У нас очень быстрый выезд на асфальтированную дорогу. Сделана подсыпка из щебня для заезда к домам. У новой постройки несколько домов идут. И, друзья мои, самое прекрасное здесь для рыбаков особенно, можно обойти. И вот здесь прямо, да, у нас есть водоем. А если мы сидим на своей террасе, сейчас все покажу, пьем, да, чашечку кофе с утра, у нас прям вода перед глазами, закат солнца, либо восход солнца, очень здорово. Что касается инфраструктуры станицы, здесь, собственно говоря, все под руками, до школы, до садика порядка 15 минут пешком, магазинчики какие-то минимальные, такие вот продуктовые, здесь тоже все под руками, магниты пятерочки чуть ближе к центру. Но в целом в станице все в шаговой доступности. Поликлиника своя, кстати, здесь еще строится новая поликлиника большая, которая будет запущена в следующем году, но обещают первый квартал, но вы же знаете, у нас обещают первый, получается, где-то середина года, а то и конец. В общем, говорю, что новая поликлиника в 2024 году здесь запустится. Станица растет, развивается, строится, плотность населения увеличивается, да, ну, соответственно, инфраструктура улучшается. Давайте будем заходить на участок и смотреть новый дом. Начнем с участка, с ширины фасада. 15 метров у нас по фасаду. Забор на фундаменте, металлический каркас, профлиз, откатные ворота в левую сторону для заезда под машину, забетонирована также площадка для заезда под машину. При желании, если нужно загнать сюда две машины, то, пожалуйста, можно дозаполнить, да, дозалить вот сюда эту бетонированную площадку. Ну, застройщик не стал заливать, поскольку, возможно, в семье одна машина. Ну и вот этот кусочек земли лучше оставить, там посадить несколько фруктовых деревьев. Входная калитка расположилась прямо по центру. Также бетонированная дорожка залита, которая дальше переходит в отмостку по периметру всего дома. Ну и ведет нас по бетонированному крыльцу, ведет нас уже непосредственно к дому. Давайте обойдем дом, посмотрим придомовую территорию. 4,5 сотки здесь у нас назначение ИЖС. Земля замежована, стоит на кадастровом учете. С документами все в порядке. Да, напомню, что подходит под господдержку. Объект по семейной, по льготной ипотеке. Пожалуйста. Зашли мы, обошли мы дом, да, с другой стороны. В целом, сзади за домом у нас вот эти отступы, которые необходимы и соблюдены. Как раз-таки на 4,5 сотках хорошо здесь высаживается прямо аллея из деревьев. Сейчас уже вторая половина дня, да, и видно, что солнышко здесь у нас присутствует. Будет, да, деревьям здесь очень комфортно. Но в целом перед домом тоже есть место и под газоны, да. И смотрите, друзья, тоже важный момент. Вот сейчас мы, получается, с левой стороны от дома нам показали, где заезжает машина. На разные стороны у нас разошлись въезд под машину и терраса. Потому что точно знаю, многие не любят, когда терраса, и здесь же заходит машина, да, ну как-то не отдохнешь. Запрыгну сюда на террасу, попрошу тоже ко мне сюда подняться. Хочу показать вам, какой шикарный вид открывается вот у этих домов с террасы. Здесь уже ничего не построится, да, потому что с левой стороны участки. И такой вот прямо вид на воду, завораживающий на самом деле. Ну что, на террасе мы сейчас находимся, порядка 12 квадратов она составляет. Уже все залито, оставлено, подготовлено, да, под чистовую отделку, под пол. Выставлены столбы, крыша накрыта мягкой черепицей. Сейчас про нее расскажу отдельно. Крыша подшита сама, здесь потолок профлистом. В целом все подготовлено и выведен свет сюда же на террасу. Давайте про технические характеристики объекта. Дом у нас внутри газоблок, сверху обложен кирпичом, таким вот интересным, декоративным. Сделана расшивка в цвет
графитовых окон тоже смотрится такой эффект мокрого асфальта, что ли. Вот прямо интересно. Фундамент 80 сантиметров, лента, дальше цоколь, плита. Цоколь весь у нас заштукатурен. Ну, соответственно, идет строительство стены. Крыша накрыта мягкой черепицей. Мягкая черепица здесь у нас фазенда, двухслойная, самая плотная. Термостойкость, влагостойкость проверена уже не на одном объекте. Ну, собственно говоря, разные там мнения существуют. Если, конечно, брать по качеству похуже, да, там могут быть сложности. Но вот данная марка, скажем так, модель мягкой кровли, вот, да, застройщик говорит, 25 лет у нас по гарантийным сертификатам срок эксплуатации кровли. Внутри трехслойное идет утепление, кровля, крыша у нас четырехскатная, фронтоны подшиты, сделана система водостока, и все это вот заедино с фасадными, да, с цветом забора, с кровлей, с водостоком. Смотрится очень хорошо. Окна, также обращу внимание, что они с ламинацией. Да, вот сюда тоже в цвет забора, в кровли смотрится очень все достойно. Что касается коммуникации, друзья, не проговорила, тоже важный момент. Здесь у нас все центральное. Газ, свет, вода, все подключено, функционирует. Отопление, двухконтурный газовый котел, канализация, септик, как обычно в домах. Септик на 4 куба. Давайте будем заходить в дом и осматриваться уже изнутри. Итак, попали, друзья, мы с вами в дом. Что будем осматривать? У нас 4 спальни. Кухня-гостиная и санузел. Давайте будем смотреть. Сейчас идут окончательные чистовые работы. Стены уже подготовлены. Сейчас идет укладка теплого пола, заливка стяжки. Ну, безусловно, это все уже включено в стоимость и будет закончено. Итак, начнем с планировки с прихожей, как обычно. Пойдем слева направо. Начнем с жилых комнат. Первая жилая комната расположилась сразу слева. Площадь ее составляет порядка 11 квадратных метров. Квадратная форма, стены механизированная штукатурка, стяжка чистовая будет лежать на полу, температурные швы все будут как обычно. Везде по комнатам разведено радиаторное отопление, установлены хорошие стеклопакеты. Высота потолков в чистом виде будет порядка 2,80. Смотрим с вами следующее помещение. Это будет площадь кладовой, гардеробной. Такое подсобное помещение, площадь порядка 5 квадратных метров. Стены также здесь в предчистовой отделке. Идет укладка теплого пола. И далее мы переходим к осмотру следующей жилой комнаты. Поправлюсь, друзья. 3 жилые комнаты в данном доме. Подсобное помещение и площадь санузла. Следующая комната. Ее осматриваем с вами. Тоже примерно по площади она у нас 12,5-13 квадратных метров. В предчистовой отделке. Коммуникации будут сюда выведены. Отопление, освещение. А все как положено. Далее мы с вами переходим к осмотру площади санузла. Она у нас составляет порядка 4,5 квадратных метров. Санузел будет совмещен, находится рядом с кухней и гостиной. Коммуникации выведены, освещение, вода горячая, холодная, канализация. Все здесь уже у нас предусмотрено. Стены подготовлены под плитку. И осталась у нас неосмотренная еще одна жилая комната. Смотрим с вами, друзья, третью спальню. Такая же по квадратуре. Все комнаты примерно одинаковые. 12,5 квадратных метров. Очень хорошая высота потолка у дома. Межкомнатные перегородки здесь у нас кирпичные. Дом сам внутри. Внутренняя стена, напомню, блок обложен кирпичом. Ну и, наконец, к осмотру у нас площадь кухни-гостиной. Здесь такой у нас, опять же, open space. Открытый переход из коридора, да, в площадь кухни-гостиной. Площадь здесь будет порядка 23 квадратных метров. И будет прямой выход на террасу. Террасу мы с вами смотрели. Что касается отопления, мы проговорили, что здесь будет двухконтурный газовый котел. Вот он уже установлен. Газ будет подключен, теплый пол будет разведен. Ну что, друзья, мы с вами полностью осмотрели. 110 квадратных метров плюс площадь терраса на 4,5 сотках земли в станице Новотитровской. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Стоимость дома, напомню, составляет 7 500 000, подходит под господдержку. Если объект заинтересовал, то наши контактные данные всегда в описании к данному видео вы найдете. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Будем благодарны за ваш лайк и за ваш комментарий. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».